Всем привет! Мы начинаем наше шоу «Косметичка». Сегодня в гостях у меня Надежда Леонидовна Вещепанова, заведующая отделением косметологии Фрау Клиник. Здравствуйте! Добрый. Меня пригласил в гости великолепный пластический хирург Бадак Олег Евгеньевич. Спасибо. Начнем. Значит, в чем смысл нашего шоу? Мы разбираем наиболее интересные случаи из мира пластической хирургии и косметологии и стараемся дать какой-нибудь компетентный комментарий по каждому случаю. Поехали. Грязный нос все равно уменьшенный, но кого это волнует? Вы знаете, это перманент, что ли? Вот я не знал, вот честно. Ну, вы знаете, ну, есть же такой контуринг, да, когда при помощи, ну, визажисты затемняют боковые поверхности носа для того, чтобы он выглядел более аккуратным. Популярное более видео узким в Инстаграме. Но, чтобы это сделали, ну, это просто какой-то клоунский нос, зачем как бы так выделять? А то есть перманент — это татуаж? Ну, татуаж, я так понимаю, что она и делает перманентный татуаж. Ну, мне так кажется. Дикость какая-то. А если ей это потом не понравится? Опять тут. Ну, а потом это же выглядит просто как какая-то насадка отдельная на нос. Ну, бывает и такое. Ну, на вкус и цвет товарищей нет. Ну, почему нет? Ну, пусть попробует. Хорошо. Следующий кейс. Эти девочки в ТикТоках делятся результатами реабилитации после препарата Кубелла. Это прямые липолитики, сертифицированные в США для субментальной зоны. В РФ такого препарата нет. Сначала комментарий. Есть липолитики прямого действия, есть непрямого. В чем разница? Липолитики прямого действия, они разрывают, буквально взрывают жировую клетку, и вот эти жирные кислоты все попадают в окружающую клетчатку, попадают в лимфатические сосуды и выводятся через печень. Соответственно, жировой клетки нет, есть небольшая загрузка печени. Почему обычно, когда используются такие липолитики, мы просим пациента соблюдать диету и активный питьевой режим. А непрямого действия – это более мягкие липолитики. Там нету этого взрыва, они очень мягкие. Это такое больше лимфодренажное действие. Они выводят избыток жидкости из той зоны, которую мы хотим обработать. А в каких случаях используются? Прямого и непрямого? Прямого действия более агрессивные, как бы, и мы видим более яркий выраженный результат. Угу. Непрямого действия, более слабое, мягкое. Угу. Такое. Посмотрим девочек. Ох, какая красоточка. Ну, в принципе, это нормально. Первые сутки. Да, для прямых липолитиков это норма. Взрыв, разрыв жировой клетки, выброс жирных кислот, отек. Это норма для прямых липолитиков. А обычно сходит отек? До 7 дней может спокойно держаться. У нас сейчас практически, не практически, у нас нет зарегистрированных в России прямых липолитиков. Прямых нет? Mm-mm. А есть непрямых? Есть прямые, есть липолитик такой Аквалекс, мы его используем, но в основном на теле. Вообще мы на лице уже давным-давно не используем прямые липолитики. Mm-hmm. Есть другие методы, которые прекрасно работают в данных областях. Конечно, они безопаснее, потому что прямые липолитики еще имеют массу побочных действий и осложнений. Следующий кейс. Девочке 5 недель назад сделала процедуру FaceTight. На первом фото перед операцией прямо в клинике, второе и третье фото – это сейчас. Можно ли чем-то заполнить, может быть, филлерами, и через какое время после операции это стоит делать? Знаете такую процедуру FaceTight? Знаю, конечно, FaceTight, я так понимаю, с первого вопроса такие косметологические, хотя очень часто хирурги, именно это хирургическая манипуляция, это использование РФ. Да. Методики, как бы хирург ушел не в тот слой, ушел довольно поверхностно и довольно агрессивно. Где-то в дермальном слое поработал. Конечно, это не жировая клетчатка 100%, соответственно, идет рубцевание, оно никуда не денется, усугубится 100%, и здесь требуется длительное лечение. Заполнение филлерами – это не выход из положения, здесь прям применение очень разных методик, начиная там с фона, фореза, инъекции препаратов даже на основе гиалуроновой кислоты, но других это не филлер для заполнения, инъекции ферментов и, возможно, даже стероидов для того, чтобы выправить эту яму. И это предпринимается сразу?
Или по окончанию какого-то это уже видно, что есть, поэтому нужно уже делать. Угу. Да, то есть, когда мы понимаем уже прекрасно, я думаю, что это было видно где-то недели на третьей уже, и по сути можно было этим заниматься. Чем раньше, тем лучше. Окей. Следующий кейс. 3 месяца назад мне в клинике медсестра сделала инъекцию витаминов С в ягодицу. И сейчас по факту имеем вот такую вот ситуацию. Насколько вижу, здесь установлен перчаточный выпускник, ну то есть дренаж. То есть рана дренируется. Что это может быть? Я думаю, это абсцесс. Абсциссус банализ. Достаточно банальная ситуация. Обычно банальная ситуация. Скорее всего, была инфицирована рана. Ну, по какой-то причине. Это не обязательно, что это витамин С. В принципе, после любой инъекции возможна такая вещь, если не соблюдены на правила. На коже всегда сидит инфекция, то есть бактерии. Поэтому, это нормальное состояние для кожи. Золотистый стафилококк у каждого можно посеять. Девушка пишет, задает точнее вопрос, не некроз ли это? Нет, это не некроз, но некроз это нарушение питания, а здесь клиника инфицирования раны. Не более того. Ну, ведется как обычная гнойная рана. Следующий кейс. Вот еще одна хорошая идея – нашпиговать ягодицы филлером и закрепить результат нитями. По-моему, такое мы уже видели где-то. Да, мы уже видели. Мы видели такое на груди. Да, да такая же была красота. Да. Ну и, по-моему, ягодицы тоже были. И ягодицы тоже. Ну, фантазия у людей безгранична. Это, конечно, жесть. Ну, во-первых, нет филлеров, которые заполняют ягодицы. То есть, ну, в России точно нет таких зарегистрированных филлеров. Это нужен какой-то неимоверный объем. Ну, хотя как бы чисто медицинский, как бы да, это возможно там ввести филлер, были такие попытки. Но вот по поводу установки нити именно вот так. Ну, это... Но, в принципе, нитевые методики используются. Нитевые методики используются, но они другие, техника установки другая, и не каждой ягодице можно это сделать, но то, что здесь, это жесть. Помогите, пожалуйста, у меня очень широкие поры, очень. Сегодня день косметолога, я так понимаю. Ну, не только, там же и был все-таки отец. Хорошо, ладно. Был, он был. Что можно сделать с широкими порами? Проблема, мне кажется, весьма распространенная. Это просто, ну, во-первых, кожу мы пересадить не можем. Человек родился с этой кожей, лучше можно выглядеть. Шлифовки? Можно делать шлифовку, но в идеале делается специальные инъекции препаратов, таких мезотерапевтические, которые позволяют убрать сальность с кожи, соответственно, сузить поры. Угу. Параллельно подключаются аппаратные методики в виде IPL-терапии, то есть фототерапии. Подключаются, возможно, лазерные шлифовки, микроигольчатые РФ, и кожа будет выглядеть аккуратно. Но такой кожей нужно заниматься постоянно. Долго? Всю жизнь. Всю жизнь. Ну вот, наконец-то хирургия. Ох, я буду слушать. Смотрите, как бывает, если сделать липосакцию без абдоминопластики при плохом качестве. Ну, знаете, здесь... Одно не соответствует другому. Здесь, конечно, просто не нужна была такая обширная липосакция. Здесь, да, нужно было выполнить абдоминопластику, выполнить липосакцию, предположим, боков, фланков, да, над пупком выполнить липосакцию. Но то, что получили по итогу, здесь... Даже не знаю, как это уже поправить и прокомментировать. Возможно, кстати, при выполнении абдоминопластики все-таки эти избытки уйдут, что-то доразровняется, но... Ну, здесь такое рубцевание. Обширный рубцевой процесс. То есть посредством липосакции пытались забрать огромное количество жира, и кожа просто не может сократиться на таком объеме. Это невозможно. Здесь это 100% ошибка хирургов, делать так не стоит. Не стоит. И вообще, оперировать таких пациентов лучше всего на хорошем весе. Когда пациентка сама достигла уже минимальных своих значений по своему весу, то есть посредством спорт, диеты, ну, либо крайний вариант – это бариатрическая хирургия. Да. В таком случае это получается действительно хороший эстетический результат. Пытаться поправить себе фигуру посредством выполнения одной только липосакции абдоминопластики, ну, не совсем хорошо. Ну, я так понимаю, что же липосакция – это не способ похудения, правильно? Нет, же? Нет, это способ коррекции. Коррекции. То есть есть, например, локальные жировые отложения, которые не уходят, как бы вы ни занимались спортом, диетами. Ну, вот такая жировая ловушка. Окей. Я ведь правильно понимаю, что если она похудеет, то не просто повиснет кожный фартук, да? И вот который как раз убирается. Значительно лучше его, конечно, и будет красивый результат. Да. Следующий кейс.
Опять по хирургии. Вот. Девушка, кто сталкивался под собачьим ухом? Действительно нужно перешивать или можно убрать при помощи лазера? Брахиопластика это была? Да. Ну, только хирургическим путем это можно иссечь. Забавная история. Когда-то давно я был студентом, обучался на кафедре пластической хирургии. Не буду называть фамилию. Один пластический хирург говорил, что собачьи уши нужно. Ну, вот вы зашили рану, да, у вас осталось собачье ухо. Прооперируйте спустя полгода. Ну, то есть пациентка походит с собачьим ухом, а спустя полгода вы ее проверите. А почему только через полгода? Ну, не супер критично, не супер криминально, но такие моменты нужно корректировать уже сразу на операционном столе. Хорошо. И опять же хирургия. Так, я буду слушать. Молодому человеку было выполнено хирургическое лечение по поводу гинекомастии. Гинекомастия – это что такое? Это разрастание ткани молочной железы у мужчин. И молодой человек, опять же, интересуется в интернете, что является патологическим путем, как ускорить этот процесс, правильно ли у него проходит реабилитация, ну и так далее. Со своей стороны могу сказать, что неправильно искать информацию в интернете насчет своего состояния здоровья. Это очень неправильный путь. Всегда нужно обращаться к своему лечащему врачу. Поверьте, лечащий врач заинтересован, чтобы вы прошли реабилитацию правильно, чтобы с вами было все хорошо. Не нужно спрашивать у комментаторов в интернете. Эти люди не имеют медицинского образования. Уплотнения в этих областях могут быть, и, скорее всего, это просто постоперационный отек. Еще можно посмотреть по рубцам, что даже рубцы еще красные. То есть рубец не свежий. Сформировался. Никакой проблемы у пациента нет. Основная проблема, что он не обращается к своему лечащему врачу. Продолжаем наши разборы. Очень частая ситуация, которая встречается у многих пациентов. После введения препарата в ягодицу появилось втяжение. В зоне инъекции чаще всего вызывается каким препаратом? Стероидами. Стероидами. Просто странное место. Ну да. Да? Как-то странное место. Ну, вот как бы да. Не зона для внутримышечного введения на минуточку. Да. Ну, немножко промазали, бывает. Ну, сильно промазали, я хочу сказать. Ну да. Как корректировать? Косметологической точки зрения. Конечно. Чуть что, сразу к косметологам. Да. Ну, можно провести сепарацию, плюс добавить туда препараты. Есть сейчас такие замечательные препараты на основе гиалуроновой кислоты, которые работают еще и с адипоцитом, то есть жировой клеткой, и приподнимают атрофический рубец. Можно щелкнуть микроигольчатым РФ. В общем, это стандартная работа с атрофическим рубцом. Можно подправить, будет лучше. Еще она боялась липофилинга этой зоны. Поверьте, здесь жира нужно, ну, максимум, если делать, то кубиков 5. Это вообще... Но мне кажется, это не для хирургии, как бы, ну, вообще не для этой методики. Не стоит. Почему? Потому что тот рубец, который вы видите на поверхности кожи, это рубец идет на всю толщу ткани. Это подрубцованная ткань. Вот я считаю, что это такое обывательское мнение о том, что вот гиалуроновая кислота – это чужеродный материал, а липофилинг – это как бы свой жир, поэтому это лучше. Ну... Это неправильное рассуждение. Неправильно. Ну, здесь, мне кажется, исключительно только работа косметолога. Да. Но не за один сеанс, я хочу предупредить сразу. Это не один сеанс. Девушки и профессионалы чата, подскажите, что делать с такими уродливыми рубцами после подтяжки лица. Я уже обращалась к своему хирургу, он делал инъекции дипроспана и ботокса, но ничего не помогает. Говорит, что это такая индивидуальная реакция организма. Килоид. Стабильно килоид, да. К сожалению, очень редкая ситуация. После фейслифтинга на самом деле, ну, я практически никогда не встречал килоид в придушной зоне. То один раз встречала. Я ну, видела. Вот где-то пациента 2-3. Да, вот, ну, за всю практику обычно встречается. Чаще да. всего, то есть, как располагается рубец при фейслифтинге? В виске, перед ухом, за ухом, в области шеи. Вот в области шеи за ухом бывает. Натяжение большое, может поползти рубец. В придушной складке я практически никогда такого не встречал. Еще интересен вид доступа, который
огибает волосистую часть головы, что, в принципе, тоже странно. Странно. Да. Но здесь букитерапия. Букитерапия. Букитерапия, введение как келоид, именно келоидный рубец, это такая история. В принципе, есть вероятность, что просто не доглядели. Да? Всегда пациентов рекомендуем приходить после операции на контрольный осмотр. Если не получается, то отправлять фотографии своих рубцов. Почему? Если плохой рубец поймать в самом начале, с ним большая вероятность, что можно поработать и довести его до хорошего состояния. Так. Ой! Полетел имплант вниз. Быстро поднятый, грязным не считается. Да, да. К сожалению, если уж быть честным, в таких условиях... Он специально бросает постановочный ролик 100%. 900 долларов. 900 долларов упало. Ну, конечно, стоимость... Ну, можно потом его в консультативный кабинет отнести и показывать пациенту, как объем, что конечно. Есть такой имплант. Бред, конечно. Видел, забавно. Я объясню, значит, я прочитала тут эту интересную историю. Есть такие люди, пожиратели гиалуронки. Обычно это люди с очень активным обменом веществ, спортсмены. Они действительно, у них очень уходит быстро объем. За счет вот этих обменных процессов, активной работы гиалуронидазы, у них объем уходит очень быстро. Но это не тонкие губы. Я думаю, что они были тоньше, и они постепенно, они все-таки у нее увеличиваются. Есть такие препараты, был такой один препарат на рынке с манитолом, который мы кололи таким пожирателем гиалуронки, и этот препарат держался долго. Мы его даже пробовали... Проводили такой эксперимент, пытались растворить его лонгидазой, и он практически не растворялся, то есть очень тяжело. Но сейчас его сняли с производства, по каким-то причинам нам неизвестно, мы очень мало с ним работали, но работали. Таким людям, ну, просто либо мы не колем, либо просто колем чуть чаще, да, ну, все, здесь нет больше никаких способов. Следующий кейс. А какие находки в вашем лице обнаружит пластический хирург? Это да. Я обожаю такие видео на самом деле. Ну, ниточку нашел. Если быть честным, то такие видео записываются больше для инстаграмной публики. Конечно. Находки в лице, вы понимаете, это так круто. Показать на камеру, как вы достали нитку, увидели радиус. Ну что? Тоже так сделал. Олег Евгеньевич, вредят ли нитки при проведении фейслифтинга? Вот как-то тут оно повредило. Ну вот нет. И я про то же. Он просто достал эту нитку, часть которой вылезла, и все. Ну она не рассосалась закончил. Просто к определенному времени. Скорее всего, кстати, саморассасывание. Я думаю, конечно, она даже вот легко выходит. Она вообще нитка, по-моему, даже без насечек такая. Это просто как мезониточка. В Японии очередная шизанутая модная тенденция. Мешки под глазами с помощью филлеров. Опа, Олег Евгеньевич, а зачем вы тогда всем грыжи убираете? Я не поняла. А здесь, кстати, немножко комментатор ошибся. Это мышечный валик. Грыжа располагается ниже. Ну-ка. Он поползет, единственное, что он 100%. Ну, если честно, какого-то... Ну, на вкус и цвет. Да. Какая-то просто особенность. Это не грыжа. То есть это не мешок под глазом. Не мешок под глазом. Он будет располагаться ниже. Созданием вот такого мышечного валика. Да. Многие... У нас, кстати, наоборот, многие приходят, жалуются да, на него. На мышечный валик. Да. Его можно убрать, опять же, выполнением классической нижней блефаропластики, когда иссякается все-таки какая-то часть круговой мышцы. Ну, интересно. Ну, да. На этом мы подошли к концу первой части нашего выпуска. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, всем понравился наш маленький разбор. До следующих встреч. Да, до следующих встреч.